Асав из Хулона спрашивает, от одного кругооборота до другого стирается память, самоосознание. В этом последнем кругообороте сохранится самоощущение, когда тело помрет? Кругообороты — это парцуфим, духовные, в которых есть желание, решимо, экран, и все три составляющих работают со светом, чтобы привести себя в соответствие со светом, чтобы свет воздействовал на желание и наполнил его. И тогда будет слияние между светом и этим кли, которое состоит из желания, решимо и экрана. Об этом идет речь. Почему-то мы думаем о своей плоти, что мы в ней существуем в духовном. Нашей плоти в духовном нет. Эта плотская жизнь тоже не существует. Да. Тебе нужно какой-то фильтр в своем понимании сделать и отсеять все, что просто относится к желанию получать. Духовность — это мера отдачи или мера подобия желания свету. Кли, который находится в самой даже малой мере подобия, находится в духовном. То, что не находится, возможно, находится на стадии подготовки или вообще нет. Но это не есть духовное. Видишь, откуда начинается духовность? Нефеш, денефеш, деасия.